мастеру не делать лишние движения. Вот как айкидо, ушу, там карате, как бы мастер, он не стремится к показухе. То есть в метро мы ваши гири не работаем. Работа против толпы, на меня толпа гопников с ломами, дистанция 5-6-7 метров, то есть за 3 секунды я их всех положу. Но если я промажу, то человек с ножом за 3 секунды будет возле меня. Красавец!